Хорошее место для засады я выбрал, конечно. Лучше бы, конечно, с другой стороны немножко было бы засесть. Давай, до свидания. Ну их там просто чма. Еще подъехали. Молодцы какие, а. Офигеть. Китайцы оправдывают свою нацию. Их по-прежнему много, больше, чем всех остальных. Да, их просто здесь офигеть. И все со штурмовыми винтовками, я так смотрю. Офигеть. Один куда-то поковырял, до больницы не дойдешь. Вот говнюки. Спрятались за этой точилой. Их фиг оттуда выкуришь. Ну ты бы не падал так с пушкой-то стреляющей. Экстремал, блин. Однорукий. Чё ты встал-то? Тебя не будили. Да я его даже не вижу. Тоже любитель, что ли, руку высунуть и стрелять? Afraid, тут там еще был, вон. Даже не один. Куда? Вот говно. Да садись ты, чё ты встал-то, идиот? Ты дурак, что ли? Вот говнюк вообще. Давай, открывай точилу. Это идиотизм. Большего идиотизма я просто не могу представить. Где точила-то все? Я сейчас... Из-за этого долбанного глюка, что он не может открыть машину с открытыми дверьми, я сейчас проиграю. И машин ни одной штуки, вообще ни одной штуки. Вообще никого, ни припаркованные, ни катающиеся. Куда все пропали-то, извините меня? Что такое? Слава богу, это не самая быстрая машина в мире. Давай, 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 давай. Вот чертов паркурщик, давай беги лучше. Быстрее беги. Давай, 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 давай. Догоняем, 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 грузовик. Самая тупая погоня вообще в жизни. Тупее просто сложно представить. Я пешком, этот на грузовике еле катит. Дамочка, у вас не найдется автомобиля, потому что весь город опустел. Черт, вот засранцы, а. Вы остановитесь когда-нибудь? Я так и буду за вами бежать 20 километров. Ни одной машины. И сзади этого говнюка не пристрелишь. О, автобус. Стой, автобус, ты единственный, кого я нашел. Сюда иди. Спасибо. Цивилизованно меняемся местами. Задний ход.
Да какого? Пока я тут разворачиваюсь, все уйдут. Да, правильно, правильно врезалась. Хорошо. Развернула меня. Автобус гонится за грузовиком. Прекрасно. Просто превосходно. А вот и дерево. Давай, он сейчас уйдет. Разгоняй волыну. Да что с ним не так-то? Что с тобой не так, парниш? Чё ты не умираешь-то? Какой-то пуль непробиваемый. Ему все до одного места, сами знаете до какого. Голливудская погоня. Оскара можно смело вручать за такое действо. Это по эффектнее матрицы будет. Смотрите, он не пуль непробиваемый. Да посмотрите на него, он действительно не пуль непробиваемый. Все, зажал. Ну куда ты собираешься-то? Я могу вообще всю дорогу заблокировать, если тебе так угодно. Привет. Да куда ты, говорю? Чертов говнюк! Куда ты меня везешь? Я ж сдох, по-моему. Я вижу. Идея действительно удачная, но что-то с моими руками, они вроде бы сломались в 26 местах, как минимум. Как можно отцепиться? Никак. Нет, это точно Оскар. Может, отцепишься или как? Как ты думаешь, Ника? Ты же умный парень. Дегенерат, конечно, полный, но умный. Может быть, хоть какая-нибудь кнопка? Вот ты говнюк, а? Кто-нибудь подвиньте этот автобус, чтобы он проехал. Дальше. Мало ли, может, это сработает. Может быть, ментов вызвать как-нибудь. Можно по мобиле позвонить кому-нибудь. А то я что-то замудохался совсем. Эй, ну зачем так радикально? Хотя ты ищешь другой путь, это уже хорошо. Водителя, видимо, не смущает водителя Феррари, что он зажал мое тело между своей машиной и грузовиком. Что-то я расхотел работать автомехаником. Хотя я никогда и не хотел работать автомехаником. Сделай что-нибудь. Из ряда вон выходящее. Вот именно, гребаный китайский водила. Видимо, еще и три ряда сзади меня подпирает. Давай, делай что-нибудь. Ну, делай что-нибудь. Мне надо отсюда выбраться. Выбраться, выбраться. Давай, выбираемся. О, о, офигеть. Ника, что с тобой? Ты, видимо, весь груз из этого грузовика уже снюхал. Дебила, кусок, блин, урод, зажал меня. Говнюк.
Давай, до свидания. Дай мне свой автомобиль. Больше никогда не буду на заднем капоте грузовика путешествовать.